Всем привет! С вами Fashion Vector Design и я Чайковская Екатерина. Сегодня я хочу вам показать, как работать с режимом просмотра контура. Такое иногда случается, когда вы работаете с файлом, в нем оказывается очень большое количество элементов, и программа автоматически перекидывает вам в картинку вот в такой вид. То есть у вас получаются черно-белые контуры. В этом нет ничего страшного, программа просто облегчает себе задачу и таким образом показывает вам только контуры объектов. При этом, смотрите, если выбрать какой-либо объект, у него до сих пор есть определенные свойства, как то заливка и контур. Просто программа их не отображает. Это облегчает возможность редактирования непосредственно самого контура и облегчает программе возможность отображения. Где это находится? Находится данный режим просмотр. И здесь у нас с вами есть режим просмотр CPU. Либо же можно это сделать при помощи сочетания клавиш Ctrl-Y, либо команд Y. Смотрите, раз, два, Ctrl-Y. Я нажимаю сочетание клавиш, и мое изображение переходит из одного режима в другой. При этом, если у вас произошла такая ситуация, что вы работали с документом, он стал очень большим, очень объемным, и программа автоматически скинула вам цвета и заливки, иногда требуется закрыть файл, перегрузить компьютер и открыть заново, для того, чтобы у вас обновилась оперативная память, все, что у вас сохранено в буфере обмена, потому что компьютер просто с этим не справляется. Поэтому будьте аккуратны, не забывайте создавать резервные копии, для того, чтобы ничего не потерять. И если вдруг вы столкнулись с этим режимом, не пугайтесь, сочетание клавиш Ctrl-Y вам в этом поможет. До скорых встреч! Хотите больше полезных видео, подписывайтесь на мой канал. И скоро увидимся. Пока-пока!